Всем привет! 19 июля купили квартиру под выкуп рядом с метро ВДНХ, однокомнатная, 32 квадрата, 12 этажки. В квартире было прописано два взрослых человека и, соответственно, они ее занимали. В течение месяца путем переговоров они снялись с апелляционного учета. Ключи я сегодня получил. Сейчас будем думать, сделать ремонт в квартире или так выставить на продажу. Вот, ну, скорее всего, наверное, поставим на продажу сразу и будем реализовывать. Проект «Однокомнатная квартира по улице Кибальчича» сегодня мы завершили. Подписан акт приема-передачи. Деньги заложены на депозит. Напомню, что 18 июля 2020 года квартира была приобретена нами как инвестиционный проект за свои денежные средства. И, соответственно, 27 ноября 2020 года проект был закончен. Прибыль составила более 70%. Всем пока!